Массивный носорог – одно из самых крупных животных на планете, их рог не костяной, а состоит из высокопрочного кератина. На Земле осталось 5 видов носорогов, все они занесены в Красную книгу. Белый носорог из Африки, самый крупный из существующих видов, занимает второе место в мире, как самое большое животное после слона, и может весить от 2 до 5 тонн. Черный носорог из Африки, немного мельче своего собрата, но тоже внушителен по габаритам и весит от 1 до 2 тонн, отличается от белого заостренной верхней губой. Индийского носорога отличают от африканских собратьев кожные складки и наличие лишь одного рога. Его вес достигает 2,5 тонны. Он второй по величине носорог после белого. Яванский носорог, как и индийский, имеет похожую на броню кожу и один рог. Это самый редкий носорог, их осталось менее 100 особей. Суматранский самый маленький из носорогов. Его средний вес составляет 1 тонну, отличается от собратьев наличием редкой шерсти.